откуда приехали? С Владивостока. Да, в самолете. В самолете прилетел. Давно смотрел ваш видео. Вот. Uh-huh. Я вот прислал вам снимки. Uh-huh. Это получается, вот тогда я и начал заниматься этим вопросом, но потом как-то все пошло. Ну, я попытался через врачей как бы понять, в чем причина, но я так и не разобрался. В общем, у меня получается там, ну, по снимкам, в шейном отделе, uh-huh. вот, начальная стадия шейного хондроза. И вот сколиоз, как бы, первой степени, uh-huh. здесь вот где-то. Вот. Ну и я как бы так чувствую, у меня есть такие ощущения, там покалывание, например, в руках, в ногах. Вот, они как бы, знаете, такая неприятное такое ощущение. Вот. Но самая главная проблема это, почему я начал вообще этим заниматься, причина такая. То есть в ушах, Да. И как я понял, это может быть как раз как бы вот связано с позвоночником. Ну, я делал еще также обследование центральных артерий, но там никаких изменений как бы не было. Вот. И сам слух как бы, там вот тоже мне сказали то, что. Внутреннее ухо тоже обследовали, да? Да. Ничего не нашли особо. Вот. А изменения уже есть. То есть слух нарушается. Вот. И откуда это идет, непонятно. Может быть, это из-за этого. Я подумал, что было бы неплохо. У меня сейчас появилась такая возможность к вам приехать. Вот. Ну, даже если не ухо, пусть это хотя бы может как-то поможет. Смотрю, никуда не обращали, да? Ну, вот по подобному профилю, там, на правую, да, смогу, нет. Ложитесь. Ноги свободно, расслаблены, лежат, все. Работаете кем? Ну, на машине, катаюсь, в основном, по магазинам, продаю мясо. Левая нога у вас почти на целую пятку, короче. Если здесь вот нажать, будет очень больно, да? Да. А здесь нет. На целую пятку это. Как в вашем это видео. Большое смещение. Потому что здесь больно. Да. Вот. Соответственно, и грушевидная мышца спазмирована, она сжимает седалищный нерв. Здесь у нас тоже до самого верха. И вот правой стороны, которая мягкая. И сюда вот уходит. И здесь вот больно, да? В отличие от с правой стороны. С правой стороны вообще не больно, вообще больно. До самого верху уходит. Вся левая сторона. И, конечно же, крестец смещен. Тоже больно, да? Не то, что там такой боли нет адской. Просто как-то сильно. А ногу попробуйте поднять наверх, не сгибая в колени. Вместе с коленом. Я буду вниз давить. Вы будете вниз давить? Наверх, поднимай, держи ее, я буду вниз. Не держит вообще. А лет, так, нога. Держи. А это держит. Ну вот. Счастье показал, в принципе. На спину перевернись. По правой стороне посмотрим. Здесь нормально, да? Ну, тебе больно. Не так сильно. Здесь, кстати, больно. Да? Угу. Слева. Не дотронулся, да? Видишь? Ну, по-другому. Теперь на живот перевернуть. На чем, говорите, добирались? Самолет. Сколько часов? 8. 8 часов? И до вас сюда еще час. Ну, здесь, да, от Курумы через. На такси же. Ну, там маршрут. Маршрут. Да. Что-то я не припомню. Кажется, у нас еще за всю историю с Владивостока не было ничего. Был как-то. Или был? Был. Мужчина был. Начиная с прошлого года.
края проскалывались, и получился именно тот инструмент, который мне нужен. Идеальный. Просто идеальный. Надо его доработать. Отшлифовать. И выключение ноги на пятку. На эту ногу он сейчас пошел такой. Ну, сразу же чувствуете, болезнь. Да. Вот, смотри, видишь, ноги ровные стали. Сразу же. Вот только крестец поправим. Здесь нажимая, боль ушла, да? Ну, чуть-чуть, ну вот давлю одинаково получается. Я же сильно давлю. Я чувствую. Оно не должно быть совсем онемевшее, все правильно. Но ощущения практически одинаковые. Что это, что это? Да. Спросить, сколько стоит билет сюда? Для курумчей. До Москвы сначала. А, еще с пересадкой, да? Конечно. Прямого нету. И от Москвы полтора часа еще сюда. Ну, час небольшой. Да. Не больно здесь? Нет. Здесь? Нет. А тут люди... Как 100 километров добраться, да? Вы к нам в Бузулук не приезжаете? Вы к нам в Отрадное не приезжаете? 90 километров. Ну, это получается 8 тысяч. Точки вообще, а тут, да. Больше. Путешествие. Приподнимитесь на руки, отожмите, я вот так, все, скажите. Я как раз в отпуск пошел, меня пустили, я решился на эту процедуру. Вот и прям хорошо. Вот, знаете, мы там вот в этом месте, но не в этом, я не знаю, где-то вот тут только что чуть повыше, наверное. Есть позвонки налево развернуты. Вот до сих пор. И там такое было. Как будто такой, как будто вот прям в одном месте, как будто бы электрический ток прям. Вот ну все вот. Правильно, да. Да, вот так и. Не подташнивает? Нет. Сегодня у нас получается на приеме два пенсионера было. 70 лет дедушке и 80 лет бабушке. Но не в разное время. И оба счастливы, что говорит, пол жизни прожили, ничего не гнулось. А теперь все шевелится. Левая рука до правого плеча там. Ну, это правая рука до левого плеча достает.
Давайте переместим повыше. Вот так, ложись. Куда руки вниз? Да, висят. Все. Ты же душа будет самым интересным. Да, нет. Самое неприятное такое ощущение, это вот, когда все правильно, крестец осаживаешь на место. Да, вот так. Владивосток вообще, наверное, как за границей. Такие красоты отстроили. Не подташнивает? Не, я просто больно. Сразу часто очень. Сейчас тоже, да, пациент интересный был. Пятый, шестой позвонок в грудном отделе буквально слиплись. Ну, и его дотронулись там пальцем, уже было больно. Именно вот здесь вот. И тоже назад убирают, и сильнейший спазм из-за этой панические атаки. Человек испытывает постоянные панические атаки. Не может за рулем ездить. Есть, нужно дремить атаки. Давай, короче. Кстати, дело все в этом вот именно. Все рожали ему, все ушло. И спазм ушел, расслабился сразу. Я уверен, что в следующий раз приедет, будет нам рассказывать, как он себя чувствует великолепно. Во Владивостоке то у вас много китайских всяких салонов с иголочками там, с усеческими. Есть как-то с молоточком больше понравилось. А может, с молоточком есть, кто его знает. Я не искал. Почему нет? Мне вот запомнился вот этот. Он так уводит разговор, интересно. Это кто? Да есть тут один. Бугурусланин. Не Бугурусланин, наверное. В нем сам. Даже в Бугурусланине есть? Да, рядом с Михайловкой, как тут правильно называется. Слушай, каковы. Есть тут появился. Да? Белосток, что справа. Что, серьезно, что ли? Да. Я даже не знаю. Кто-то писал об этом, да. Ничего себе, нонсенс какой, ну традиция первая. Ладно. Мне там даже адрес писали в комментариях.
Попробуй ногу подними теперь. Держи. Так, эту. Держи. Эту еще раз. О, все. Здесь не больно? Ага. А на спину перевернись. Получается, с этой стороны было не надо. Да. Проверим просто. Все нормально, да? Вот когда ты вот тут чувствуешь. Ну, оно рефлекторно, конечно, будет, как бы это одинаково. Почти, да. Ой. Угу. Все нормально, да? Вот с этой стороны чуть-чуть, когда вот тут вот это есть. Достаточно вот делать еще раз. Переворачивайтесь. Самое главное, перекос убрали. Посмотрим сюда вот на эту штучку сели. Вставай. Ноги подожми, коленки положи на подушку. Вот так, да? Да, да, вот эту штуку прям можно обнять. Еще встать, я сейчас руки посмотрим на силу туда лицом. Руки в сторону руки. Кулаки сожми. И буду вниз давить, сопротивляйся. Вот, все, отлично. Можете одеваться. В течение 2-3 недель нужно сохранять вообще, ну, покой, не поднимать ничего тяжелого. Ага. Вот, чтобы все закрепилось, чтобы мышцы привыкли под новое положение позвонков. Ага. И все будет нормально. Понял. По-хорошему, через месяц, конечно, коррекцию, но я думаю, вряд ли вас слишком накладно летать. Ну, посмотрим. Может, не через месяц, может, чуть попозже. Может, чуть позже. Но это необходимо, да, сделать? Ну да, в вашем с таким перекосом огромным я бы еще разок, конечно, посетил. Хорошо. А так все будет великолепно у вас. Понял, можно я буду? Дай Бог здоровья. Спасибо и вам. Берегите себя. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.